Всем привет, это «Вертикальные новости» на самоизоляции. Нет, я на самом деле в порядке. Завтра буду на работу, а пока к новостям. Смотрите, как надо. Девушка, тренер по кроссфиту, сидит дома на самоизоляции, и там у нее явно не хватает гантелей. Но зато есть одна очень терпеливая собака. Я бы и сам так делал, но только я потерян для спорта, и у меня только попугаи. А это Стас из вчерашнего выпуска. Шашлыки по телевизору он уже пожарил и теперь выгуливает собаку. Правда, вот такую, какая есть. Да, братан, у нас тепло на улице. Плюс 10, я вон собаку выгуливаю. А теперь, внимание, рубрика «Острый репортаж». Наш супергерой, капитан Треники, более известный как Местный, отправился в Ставрополь на поиски людей. Что у него из этого вышло, смотрим прямо сейчас. Ему слово. Люди, вы людей не видели? Куда все подевались? Ну где вы все? Я дома. Дома? Дома. Вот и правильно, сидите дома. И я пойду. Эх, капитан, капитан, надо было вот куда ехать. Посмотри, сколько тут народу. Они, конечно, держатся на расстоянии, но все же. Так делать не стоит, потому что все-таки самоизоляция и карантин. Это, к слову, Ставрополь. Вот такой нынче карантин. Ура, каникулы! Почему бы и нет? У нас тут в вертикальной редакции возник вопрос, а почему так подорожали лимоны по 500 рублей, и имбирь, который не ел до карантина примерно никто, теперь стоит 5000. Ну как так, что происходит-то вообще? А вот маленький мальчик Степа, которому всего 10 лет, в свои небольшие годы молодец. И цены у него нормальные. Будьте как Степа. На сегодня с новостями в самоизоляции все. Завтра увидимся уже в обычной, привычной всем студии с микрофонами, суфлером и нормальными камерами. А пока не болейте, будьте здоровы и сидите дома, пожалуйста, как я сегодня. Увидимся.